не мое дело. И потом, честно говоря, меня совсем мало интересует. Мотокросс? Ага. Нельзя ли потише, Кузьма Кузьмич? Да-да. Вы хоть мусор за собой не тащили, Кузьма Кузьмич? Вчера, между прочим, опять интересовались вашей милостью. Из милиции, что ли? Конечно. Вон на столе повестка. Выселят дурака из Москвы-то. Ничего не выселят. Разве милиция что-нибудь может? И будут целый год нянчиться, уговаривать. Была бы жена у человека, никакой милиции не надо. Был он жена. И на меня он напал, я бы вас перевоспитала сразу. Опять кости перемываете? Господи, оставили бы человека в покое. Слыхали? Был маленький, то мама не слушался. Это точно. Это твоя мама угадала. Вот не будешь ее слушаться, тоже таким же вырастешь. Ну что теперь? Вот что. 3 месяца назад вы были предупреждены. С вами беседовали? Вы обещали? С тех пор 2 раза привлекались. 1 раз на 15, другой на 10 суток. Полоса такая. Жизнь-то идет полосами. Вот и я тоже в такую полосу попал. А почему не хотите работать? Не могу устроиться по специальности. Слушайте, вы же слесарь, верно? Когда я слесарем был? А руки уже не те. Последнее время был складским деятелем, агентом по снабжению. Вот это моя специальность. Уволен за растрату. Интриги. Эх, Иорданов, Иорданов. Был рабочим человеком, воевал, награды имеешь, вот докатился. Махинациями стал заниматься, пьянствуешь. На базаре цветочками торгуешь. Ну что это, подходящее занятие для такого человека? Так вот если бы работа была по специальности. Ну иди слесарем. Хоть сейчас вот позвоню на завод и завтра же на работу. Не-не-не, слесарем не пойду. Если бы агентом, пожалуйста. Ну почему? Ничего не получится. Все же забыл, разучился. Подучись. Шутите, товарищ начальник. Да черт тебя подери. Ведь ты же рабочий человек. Ну и что? Давайте агентом по снабжению. Пойду. А так не желаю. Ну, давай, все. Вот у меня письмо в городское управление. Мы просим, чтобы вас лишили московской прописки и выселили из города. На лоно природы. Все, можете идти. Спасибо за беседу, товарищ майор. Счастливо оставаться. Всего хорошего. Следующего давайте. Товарищ майор, гражданин Сухарев. Вот дело. Машенька, портвейн и конфет. Пожалуйста.
Ну и что? Ну что? Ты что, будешь? Хватит. Как хочешь. А что говорят? Что говорят? Говорят, выселим из Москвы. Вот как считаете, могут? Или пугают? Могут. Брось, Володь, пугают. Вот не везет и все. Прямо полоса такая. Ну, а кому сейчас везет? Я вон на Стефане веки погорел. Уж на что стоящий писатель был. Выпустили второе издание и все. У меня 14 комплектов не продано. Володя, Мопассан как подвел. Я теперь и в Конан Дойле не верю. Как во сне живешь? Ей-богу. С покупочкой? Да, давно я его присматривал. В доставке помощь не требуется? Товарищ, товарищ, не берите случайных людей. Наш магазин вам доставит и установит. Почему же вас не требуют? А может, скажете, что я ваш родственник или знакомый? Да нет, не стоит. Ну, давай, давай. Можно. Доставим? Ой, хорошо. Отлично. Такси или своим ходом? Такси, такси, мне далеко. Мигом сделаем. Значит, договорились в смысле кандидатуры? Хорошо, хорошо, хорошо. Все будет в порядке.